меня ребенок учится в этой школе, меня охрана не пускает. После обнаружения в школьном обеде червя образовательный центр номер один занял оборонительную позицию. Родители пришли в школу в надежде присутствовать на проверке столовой Роспотребнадзором. Вчера сотрудники столовой им уже показывали злополучную рыбу, даже любезно предлагали попробовать. Дефростировано не раз, то есть заморожено, разморожено. Минтай размера самого мелкого, то есть или хвосты они одни обрезали. То есть самый мелкий минтай, самая дешевая продукция, которую можно было то есть, поставить. Вот чем наших детей кормят, собственно говоря. Пригласили на встречу нашу съемочную группу, но дальше пункта охраны сотрудников не пустили. Работники школы не стали представляться и объясняться с журналистами или хотя бы с родителями, а сразу вызвали Росгвардию. Хотя с охраной территории сами справлялись неплохо. Даже вырвали у корреспондента телефон. Представители родительского комитета тоже ушли в глухую оборону. Девочки, а чего же вы так сливаетесь-то все? После вчерашнего мы с вами ни с кем общаться не будем. Телефон уберите от нас, отойдите за версту. Покажите карман. Уберите его, я против. Уберите своего сотрудника. Сотрудники Росгвардии нарушений в действиях родителей или журналистов не увидели. Не хотели конфликта и обеспокоенные мамы и папы. Но диалога с замдиректора не получилось. Комментарий никакой я давать не буду. Это мое личное право. Представители школы новость о некачественной рыбе назвали фейком. Обеспокоенные родители при этом даже не собирались наезжать на школу, ведь ответственными считают Уральский комбинат питания. Я знаю родителей, многие в школах, они боятся поднимать эту тему. Боятся что-то говорить на этот комбинат Уральского питания. Но я призываю всех. Ребята, давайте, если мы все вместе это начнем, не бойтесь. Один в поле не воин. Но если все вместе, мы чего-то хотя бы добьемся. Мы отправили официальный запрос в Уральский комбинат питания. Пару недель назад там сменился директор. Федор Куравин заверил, что в отличие от школы, готов к диалогу и с журналистами, и с родителями. Организация питания детей, она сложная, неоднозначная. Знаете, что я всю жизнь поработал в школе, почти 30 лет директором школы поработал. И я эти проблемы знаю, не знаете, и понаслышке. Но вот здесь только мы совместно можем что-то изменить. Федор Куравин заявил, что сейчас на предприятии идет внутренняя инспекция. Марина Митрофанова, Андрей Грищук, 31 канал.